В первую очередь также поблагодарить ребят с ДРСК организации, приморские филиалы, в целом организацию ДРСК, Россети, ФСК, Русгидро, Рособоронэнерго, Артемовские электросети за ту большую работу, которую вы в течение 6 дней вели и по ночам, и днем, меняя бригады, где-то особенно. Первые 3 дня это практически без сна работали люди, там по 2-3 часа в сутки отдыхали, пока не подтянулись резервы. Конечно, МЧС за помощь в выделении спасателей.